Вот так сейчас кричит павлин. Вот так сейчас выглядит Херсонес. Тут траву почему-то иногда они скашивают, или не успели, или не планируют в этом году. По крайней мере, здесь, в этой части. Все заросшее в метр в длину. Вон море. Трава аж колосится уже. А сегодня 15 мая. А, мак. Сейчас время мака. Еще 2 недели назад я когда была и попала на дождик. И радуга вот здесь была над морем. А, еще не было мака. А сейчас вот мак. И такие мелкие-мелкие ромашки. Все заросшее. Сейчас, но больше вот в той части, там, где остатки города, здесь меньше. Даже тяжело идти по этой тропинке, потому что она вся заросла, и трава мешает идти. Здесь практически всегда можно найти места, где никого нет. Вот сегодня выходной, воскресенье. Вот, только сзади увязались за мной люди идут, тарабанят. А больше никого нет, тишина. Только чаек слышно. Со стороны моря. Сейчас будет выход тоже к морю, потому что Херсонес со всех сторон практически окружен морем. Какие-то голубые цветочки, фиолетовые, желтые, каких только нет. Вот тут базилика Крузе, 6 век. Дата создания не определена, охраняется государством. Сейчас, через минуту, будет уже море. Тут довольно высокий обрыв. Вон там центр города. В том направлении. Ну, вот. Море уже видно. Что-то такое на море, я не знаю, все время здесь вижу, что-то такое там, как будто это чайки сидят. А на самом деле это что-то такое людьми сделанное. Вон тропинка настолько узкая, что невозможно идти. Ну да, тут косить, я не знаю, не перекосить. Наверное, в той части она более, это более дикая. А здесь решили не тратить бензин или что там. Еще и колется трава. Опасная зона. Вот здесь, кстати, обвал. Где-то там левее обвал. Поэтому огорожено. Ну, по крайней мере, или обвалилось что-то, или риск есть. Там, по-моему, трещина огромная. В предыдущие года не было, значит, новая. Вон, что-то такое желтое. Это какие-то буи. А зачем их столько много? Вот, кстати... Что-то там он на горизонте стоит, а ни одного военного корабля нет. Вот в прошлый раз, 2 недели назад, стоял вот в этой бухте, не помню, как она называется, ну, вот, где только что я была. Там что-то военный катер, по крайней мере, люди так говорили. Сейчас там ничего не стоит. Почему? Не знаю. А, вон он стоит. Наверное, не видно, но прямо по курсу.
Он стоит. А, так это же уже северная, что ли, видна, раз там Михайловская батарея. Что-то я даже никогда не думала над этим. Вот слева от Михайловской батареи стоит катер военный. Сейчас я сниму еще на с приближением.